у перешедших под флаг Грузии дочери Тутберидзе и сына Смолкина требуют вернуть российские деньги. В Госдуме возмутились фактом, что они перешли под грузинский флаг. Они сменили спортивное гражданство, при этом продолжали получать деньги из российского бюджета. И в Госдуме возмутились и потребовали компенсацию от серебряных призеров чемпионата России. Они потребовали, чтобы деньги российские вернули. Так что вот так. За сезон 2022-2023 год они были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию и получали финансовое обеспечение из средств бюджета, говорится в документе. Так что им придется возвращать деньги. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.